А сейчас информация для автомобилистов. С 18 января запрещено движение и парковка всех видов транспорта на улице Ерофеева в Твери. Ограничение будет действовать до 21 января. Речь идет об участке дороги от проезда Швейников до Волоколамского проспекта. Причина проведения ремонтных работ Тверь-Водоканалом. В организации прокомментировали ситуацию. У нас там работы аварийные на канализационной сети от дома Волоколамский, дом 8. Выдано нам разрешение от администрации города Твери на работы. Перелом трубы с канализационной диаметром 160. В воскресенье будет все устранено. Дорога будет восстановлена в зимнем варианте. Проезд будет вновь открыт 21 января, в грядущее воскресенье, в 22 часа.